Привет всем, с вами Родиончик Ред, и это канал наших квадробратьев. Зацените его и подпишитесь. Знаю, все привет, мафия из Ютуба! Сегодня я с вами не еду. Сегодня будут другие операторы. И мы увидим, как они снимут. Вот эти ваши сейчас поедут, вот эти ваши. Давай, давай, кузнечики на трассу. Вперед! Видали? Это Толян! И встретились два оператора. Отлично! Давай! Пристегнись! Ты что, его, блядь, вытянул? Бля, зря, зря. Я б не рисковал, блядь. Блядь, класс! Прикольно! А, нет! Прикольно! Он морды клюет! Морды клюет! Операторов, чем квадроманьяков. Да. И с нами, конечно же, Джек Рассел Терьер. Зовут его Джек. Джеки, Джеки, Джеки. Кай, ай. Снова дорогу. Да, погнали. Сейчас будет покорение снегов. Смотрите. Смотрите далее. Сейчас я главное выключу. Маленький. Преодоление брода. Давайте, ребятки. Подписчики, вопрос не передать, какой здесь запах. Да, здесь пахнет все, классно. Все, пиздец, сел. Все, сел. Стой, спору давай. Хорошо. Красава. Чуть-чуть говна. Вот сейчас будет CF мото. Там зарядка еще есть? Пиздец, бля, сейчас возьми. Вань, вот отсюда возьми, вот. Серега, отсюда бери. Серега, канализация воняет. Воду, бля. Молодца, Серега. Как это еще гонка еще раз называется? Как? Здесь Юрал Трофи сегодня. Не надо, каску! Соревнования Юрал Трофи. И с ними, как бы, Содружественный клуб Дастер Клуб участвует с ними в одном соревновании. Вот. То есть между квалификациями профессионалов идут любители Дастер Клуба и участвуют. Вот, мы, короче, сегодня на квадрик поехали в кузнечики и попали случайно на соревнования на Дастерах. И вот. Это случайно, вот другалек интервью у нас так получается. Нас сейчас будет катать по трассе, по дуралейной. Конечно, мы тут все. Наверное, на своей машине или на тест-драйвовской? Да, лично, лично. Это твоя, да? Джек, да. Я понял, ты меня любишь. Вы еще умирать не собрались, Джек. Коль, снимай, вперед, Коля.
пристегнуться. Да, желательно. Сзади тоже небольшой. Ну, сзади можете держаться, но. Ну мы держимся, точно, короче, да. Спереди точно надо пристегнуть. Вот, небольшой дрифтинг. Вот так вот чеховские проходимцы попали на халявный тест. Какие проходимцы? Какие чеховские проходимцы? Вырежите, что мы вырежете это! Вырежите! Квадроманьяки! Извините, Вот. Твою мать, я уже очкую. Да не очкуйте, я так 100 раз делал. Колян, я сам боюсь. Он полноприводный, двухлитровый. 1.6 чип, полный привод. 1.6? Вот так вот. Родик, зря ты сегодня с нами не поехал. Не отвлекай водителя. Смотри, оп. На нашу, вот это прикольно. О, Кия нарисовалась. Ну это вообще жесть, конечно. Откуда она взялась? Прикольно, ты появишься на Ютубе скоро. Как тебя зовут? Меня на Ютубе очень много. Мое видео, и мои гонки, и мои победы. Да, надо подписаться. Красава. Красиво идем. Вот наши братья. Вот так мы прокатились на чудном Дастере 1.6. Да, нет, всем очень понравилось. Вот на этом Дастере. Чека! Вот, подтраивай девяточка, восьмерочка. Мучкин, какой там Мучкин из Рязани поехал? Давай, Мучкин, давай, это не Мучкин, это Буторина Ксения какая-то. Девочка. Сегодня узнаете, как можно взорвать колесо в лесу.